Дорогие друзья, дорогие подписчики, сегодня я хотел бы вам показать MG2540. Вот 2540S. MG2540S. Вот этот принтер. Так более-менее для домашнего пользования, если тот, кто много не пользуется принтерами, а для домашнего пользования он более-менее такой принтер. Вот так включается, на кнопку нажимаем. Я хотел бы вам сегодня показать, как можно вытащить картриджи на этих принтерах. Картриджи вытаскиваются. Вот мы включили, мигают две кнопки. Это получается у нас здесь как бы не распознаются краски. Но если новые картриджи там будут, эти кнопки не будут гореть. Из-за того, что там заправленные картриджи, эти кнопки будут гореть. Из-за того, что они заправлены, как бы там не распознается краска. Но в действительности там и картриджи полные, и еще этот. Они печатают тоже хорошо. Дальше, сейчас я вам покажу, как можно вытащить картриджи из этого принтера. Дальше смотрим. Вот у нас канан. Чтобы вытащить картриджи, здесь у нас имеется, видите, вот такое местечко. Что мы делаем? Немножко нажимаем вниз. Вот это закрываем сперва. Вот нажимаем и тянем себе. Вот, открывается. Когда открывается, картриджи идут туда и приходят в исходное положение. Вот это то самое положение, когда можно вытаскивать картриджи из принтера. Из таких моделей принтеров. Чтобы вытащить картриджи, тут много усилий не надо прикладывать. Ни в коем случае. Цветные принтеры таких сильных усилий не любят. Вот так берем пальцем и нажимаем слегка. Вот. Все. И берем, утаскиваем. Вот мы теперь один картридж вытащили. Это у нас черный цвет. Вот black написано. И второй тоже самый. Так нажимаем. Вот вытаскиваем. В этом имеется три краски в этом картридже. Это у нас получается желтый, красный, синий. А в этом получается черный. В общем, четырехцветный принтер. Дальше ставится то же самое. Вот. Видите, вот эта часть, где находится печатающая головка, в ту сторону. Подносим туда вот аккуратненько. Вот. И приподнимаем. Приподнимаем. Все. Этот раз готов. Второй тоже. Так подносим и приподнимаем. Все. Поставим на место. Его закрываем. Сейчас картриджи опять-таки пойдут в свое место, где они должны находиться. При печати вот это вытаскиваем и даем на печать.